В Бангладеш поезд протаранил свадебный автобус. В результате 10 человек погибли, 57 получили ранения. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. После столкновения с автобусом поезд проехал еще 500 метров до полной остановки. По данным полиции, инцидент произошел на нерегулируемом железнодорожном переезде. Работник, ответственный за этот участок, уже задержан. Движение поездов на севере страны временно прекращено.